Итак, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И сейчас мы перешли к следующему ролику — массаж рук спереди, когда человек лежит ливером кверху, попой, да, филейной частью вниз. Соответственно, массаж рук мы уже смазали маслом, да? Мы будем делать в этой позе, вот в этой позе и вот в этой позе, когда рука за головой. Делается все в принципе то же самое, когда человек лежал лицом вниз, да? Растираем быстро руку всю, начинаем со стирания. Это место не трогаю. Теперь разминающие движения по внешней части. Скручивающие движения, типа крапивка. Предплечье очень любит, мышцы предплечья очень любят, когда их скручивают. Они сразу расслабляются. И растягивание этих мышц. Мышцу, да, бицепс отдельно захватили, отдельно проработали. Протрясли, растянули и скрутили. Далее переходим к кисти. Расправили пальчики и промассировали тыльную сторону ладони. Теперь помассировали запястье с этой стороны. Далее развернули руку на себя ладонью, да. В общем-то, как и с той стороны, да, промассировали каждый палец отдельно. Костяшками своих пальцев помассировали. В четырех плоскостях. С четырех сторон, как бы, получается. В принципе, когда делается общий массаж рук, да, и человек лежит там животом вниз, то достаточно руки промассировать, ну, в общем, массаж тела, я имею в виду, да, достаточно руки промассировать один раз с той стороны. Если он лежит с этой стороны, да, то достаточно промассировать отсюда. Почти одно и то же получается. Ну, некоторые, конечно, нюансы есть, когда мы прорабатываем более глубоко отсюда мышцы, например, вот малую грудную мышцу, где вот она крепится здесь. Болезненно немножко? Нет, да. Да. Тут вам открывается передний пучок дельты, вот он явно выражен. Вот идет. Его можно помассировать отдельно, да? Прям супер. Супер, да? Да, подержись. Сейчас центрифугу тебя захватит. Да, круговые движения шестеренки вокруг плечи, очень удобно. Шестер. Вот. И теперь ладонь разворачиваем на нас и поддеваем пальчики так, чтобы она открылась еще больше. Вот. И большой палец тоже сюда. Сверху, сверху. Ты свои пальцы сверху. Сверху ладони вдеваешь. Так? Ну вот смотри, вот просто раз вставил. Вставил. Вот. Получается, и свои, и его ладони открыл к солнцу. Вот. К солнцу. Да, центр ладони очень восприимчивый энергии солнечной, он оттуда подпитывается. Солнце. Да, мы подпитываем свою и его ладони. Вот этот палец. Да, вот. Палец вверх. Вот. Надо же запутаться в пальцах. Вот смотри, у Олега эти пальцы перекрывают и посередине мизинец второй. Вот. Вот. Дай. Вот так. И теперь, о, вот. Все супер. Вот. И это вот еще вот этот палец тоже. Угу. А большими пальцами, а, тебе не хватило, вот этим, да. Большими не хватило.
Хотела. Так, расслабь руку. Расслабь. Вот раскрыто, да? Вот, опять массируем вот эти вот места роста пальцев. Серединку. Ох. Холм Венеры. Холм Марса. Всеми способами, круговыми, с параллелевидными движениями, да, продольными движениями. Размассировали. Теперь хватаем за запястье. Хватаем за запястье. Да, опять вот так вот раз. Взяли. Промассажировали. Таким как испандер такое движение. Видишь, он прям поднимается, подтягивается. Угу. Чисто. Да? Я даже вот так делаю. Во, вообще молодец. Да. Угу. Скручивание. В одну сторону, с продавливанием вот этих точек, в другую сторону. Женщинам очень нравится, когда мы массируем мягко вот эти, так сказать, перепонки между пальцев. Теперь захватываем руки, в смысле ее пальцы вот так, за костяшки вот за этим, надавливаем на костяшки. Растрясли, только рукой не расслабились. Расслабились. Чувствуем расслабление его, да? И так подкидываем и чик, щелкаем. Вот, видишь, получилось. Теперь отсюда вынимаем и через один палец в другую сторону. Нет, так и было все, по-моему. Вот так, да, 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 вот такое. То есть костяшки, да, и опять снесли. Иногда пальцы на скручивание тоже вот щелкают, другие фаланги. Ну, мне там проработано. Ну, все проработано, да, все не щелкает. Да, у меня еще, я их сам кручу. Большой палец вот вытаскиваем, да, под 90 градусов. Расшатали его и поддерживаем. Потом эту часть поддерживаем. И вот эту часть вставили. Да, вот туда. То есть первую косточку, где она заканчивается. И туда вот вставили. Все, расслабили ручку. Потрясли ее. По очереди. Классно расслабляет, да? Нравится все. Вот балдеть. Сынок, да? Сынок. Прикольно? Вот. Специфично. И снять лучше сверху. Ну, а сверху его блаженное лицо, да? Да ты в нирване, парень. Мне вот. Расслабляться. Теперь смотри, вытягиваем вытяжка такая, да? Лимфу. Вниз ее спускаем, куда рука прямая. И подмышку выводим. Мануальные техники. Действует на самом мальчике. Да, он сам пустит. И загибаем руку за спину, за голову. А, ну можно еще, смотри, вот так вот. Раз развернули, уперлись за плечом и потянули именно по этой мышце. Немножко на болевой прием похоже, да. А есть такой болевой, кстати. Есть, да, из айкидо. Так. Да. Тянется. Это хорошо тянется. Да, вот похоже. Так вот, когда бьешь, типа, блок, и, туда, и он падает, человек. Ну да, но там еще запястье так разворачивается. Мне завтра на работу, не надо. С вами крутыми запястьями. Нет, правда. Кладем эту коленку, да, либо можно, в принципе, вот так вот сесть. Вот развернули руку на себя, да. Там удобнее, ну, давай коленку положим. И вот раскрыли руку, вот видишь, она очень удобно легла. И можем теперь обработать с этой стороны. Сравняли. Вот что ли? Мы туда не идем. Промяли верхнюю часть. Запястье. Прикольно. Растянули. Прямо. На скручивание. Нравится, да? Это как раз пляжная техника, на пляже очень хорошо такое делать. Ты на пляже работаешь, да? Ну да, в большинстве случаев. Вот.
если у вас девушка лежит, да, то вот очень хорошо вот так растянуть руку и чуть назад, вот, показать, чтобы расслаблено было, да. Таким образом вот грудная мышца растягивается, видите, она крепится вот сюда, к плечу. Ее отдельно вспоминаем. Сиську вспоминаем. И мягкими движениями вводим в подмышечную впадину, да, вот так вот линию туда. Аккуратно на волосы. Волосы там. Волосы, да, аккуратно. Да не то, что ты просто давишь чуть-чуть меньше, и вообще будет идеально. А так хорошо. Вот. И показали, что вот мы расслабились, да. И в конце опять можно слегка потянуть. Можно, в принципе, даже вот упереться в плечо, вот так вот, чуть растянуть плечо. Я тоже так делаю. Делаешь, да? Да, с клиентами, бывает, приходится. Все, расслабили, положили. Ну, есть небольшая такая мануальная техника, раскрепощение руки, надо повернуть локоть вот так вот, чтобы две лучевые кости лежали друг на друге, да? Плечи вывернуты вперед, получается, да? Запястье, да, вот так, запястье тоже разворачиваем сюда. И вот мы раскачиваем с ним плечо туда, запястье предположим, ставим плечо туда, вот лодочку так вот раскачиваем, раскачиваем, а потом нашли до предела и дергали. Ну, все, дорогие друзья, на этом приятный массаж, да? На этом массаж рук спереди закончился. Да, не забудьте ставить лайки, поставить нам лайки, подписывайтесь на наш канал и приходите в гости на тренинги Олега Алафа-Гудвина. С вами был именно он. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.